Но даже и без этого заявления азовцы в российские паблики были крайне недовольны. Мне кажется, их горящие тылы можно было увидеть даже с космоса. Но, если честно, как-то без креатива в этот раз. Все стандартно. В очередной раз заговорили о красных линиях, а Турции начали угрожать. Пора бы уже с турками общаться по рецептам царской России. Запретить туризм из России в Турцию, чтобы обрушить им весь турбизнес. Вышибить из России весь турецкий и азербайджанский бизнес с конфискацией активов в пользу русского бизнеса. Объявить пантюркизм экстремистской идеологией на территории России. Оказать военную поддержку курдам на территории Турции. Разносить протурецких прокси в Сирии вместе с Асадом и Ираном. Эрдоган мог сделать это либо без согласия Москвы, и тогда, простите, у нас на физиономии смачный плевок, либо он сделал это с согласия Москвы, и тогда перед нами очередной позорный жест доброй воли. Так что, смачный плевок или позорный жест доброй воли? Как думаете? Пишите свои варианты в комментариях, а еще не забудьте поставить лайк и обязательно подписывайтесь на канал. У нас интересно.